профилактика экстремизма и терроризма остается актуальной задачей в условиях неконтролируемой миграции и роста религиозного радикализма в современной России. Несмотря на то, что наш регион динамично развивается и остается в целом спокойным, в последние годы теракты и проявления экстремизма характерны и для него. С 26 по 28 октября в Казанском федеральном проходят курсы по повышению квалификации, профилактика экстремизма и терроризма. Лекции проводятся с агитаторами антитеррористической деятельности, работающих с населением в районах Республики Татарстан. Подобное мероприятие является плановым в течение всех последних лет. Оно носит ежегодный характер. Лекции проводят специалисты, которые делятся опытом со слушателями. В конце курса обучившимся будут вручены удостоверения о повышении квалификации. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз.